Здравствуйте! Мы предлагаем вашему вниманию последние новости валютного рынка, подготовленные информационной группой InstaTV. С вами я, Ольга Витковская. Несмотря на заверения главы ФРС США Бена Бернанке о намерении сохранить процентную ставку на минимальном уровне до конца 2014 года, появляются противоречащие мнения. Так, в пятницу глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард высказался о вероятном повышении ставки раньше, уже в 2013 году. Новость не обрадовала инвесторов и оказала давление на американскую валюту в ожидании выхода негативных данных по рынку недвижимости в США. Также доллар подешевел на сообщение о решении Народного банка Китая удерживать курс юаня на высоком уровне относительно доллара США. Это возможно только при смягчении денежно-кредитной политики банка, что побуждает инвесторов вкладываться в единую европейскую валюту и в австралийский доллар. Именно эти валюты, по мнению экспертов, будут пользоваться большим спросом в ближайшем будущем. Таким образом, в течение пятничных торгов евро достиг своего недельного максимума – 1 доллара 32,8 центов. Это были новости Форекс на канале InstaTV. Всем доброго дня. До свидания.